Хотела сейчас показать вам, какая у нас жара в Германии. Это просто ужасно. Здесь у меня градусник висит. Не знаю, будет видать, нет. Видите там? Сейчас. Показывает 51 градус. Это самая высокая, да, температура здесь. Фу, здесь невозможно стоять просто. Это вообще ужасно. Сейчас натянули такую сетку, чтобы здесь, блин, чуть-чуть синек был. Все горит, все поливать надо. Все загораживаем, уже не знаешь чем, но все горит. Но такая жара у нас стоит, это просто невозможно. Вот кабачок мой. Не знаю, вот это первый раз такой вырос, такой большой. Все пропадали, засыхали. Вот этот, я не знаю, я надеюсь, он вырастет. Подкормку я делала пару раз, может, из-за этого сейчас еще не будет пропадать, желтеть. Уже, я не знаю, кабачков 8 я просто оторвала и выкинула. Все желтеют, пропадают. Это самый большой. Ой, как уже, смотрите, какая 40 градусов стоит. Ой-ой-ой. Все листья это поливать сейчас вечером. Боже. Мои ягодки, вообще-то надо их снять, наверное, а то мы сейчас в Урла поедем. Ну, мы тут поедем. Угу. Сварится, наверное. Или потом, когда приедем снять. Надеюсь, не обсыпется. Да, мы уедем на 3 дня сейчас. Будет интересно, здесь я посадила редиску, это все вырвало, короче, фигня какая-то, не нравится мне. Так. Посмотрим, что там у нас. Ой, блин. Тоже мы здесь, я уже, мама поставила. Прям все сгорает, прям сгорает. Сейчас я поставлю. Уже не знаю, чем закрывать. Шубка, короче, здесь поставлю эту тачку. Ужас. Как листья сгорают. Ужас. 51 градус у меня показано. Около там... Та еще. Около воды там. И то это самая уже большая. Так. Чем мне здесь пару штук было? В этом году мало было. Ну, короче, я собрала, да. Вот эти черные. Чернику. Ой, капец, жара. Вот сколько получилось. А, паучок. Иди отсюда. Помыть надо дома. Помыть. Сейчас все полила. Ужас. Жара она какая. Так, все полила. Скоро домой ехать. Собираться надо. Завтра утром выезжаем. Поедем в Дрезден. Так, что продолжение следует, да? Картошка вот уже отсыхает, как бы начинает уже. Помидор надо, может, подвязать. Что он так висит, аж на капец. Надо бы подвязать сейчас, чтобы не упал. Так, все. Это у меня не куст, это у меня дерево помидоров. Это просто ужас какой-то. Ворота здесь старые. Загородила, ну невозможно. Все. Сжигается, листья все закручиваются. Так, сейчас я подвяжу. Так, подвязала. Ой. Тыква, кабачки. Здесь один у меня. Может, такой большой. Не знаю. Вроде не пропадет. Такой кабасик. Пузяка такая. Надеюсь, не пропадет. А то что-то все пропадали. Пару раз подкормку делала. Ну, вроде, не знаю. Столько много пустоцветов было. Я всех оборвала. Вот здесь особенно. Как пошли одни пустоцветы, все оборвало. Теперь вот начинают тоже такие женские кабачки расти. Ну, не знаю.
Там, конечно, есть еще пустоцветы. Я их сразу обрываю. Сейчас посмотрим, сколько в этом году будет. Ой, какая жара. Зонтики здесь везде понаставила. Уже там все, блин, загораживает. Там оттуда утром светит солнце, здесь тенек. Прям ужас. В Германии такого еще не знаю, была такая жара, блин, это или нет. Очень жарко. 40 градусов это. Очень-очень-очень редко. Здесь хорошо, хоть здесь тенек, малина растет, здесь стоит. И эта малина растет нормально здесь ей, и вот это вот загораживает. Вот только в обед так сильно солнце пялит. Вечером здесь уже все в тени. Все. Пойду.